Итак, Настя, ты помнишь, что я тебе говорила? Вернем Кнопу любой ценой и обломаем ее этих подруг-крыс. Да, потому что если мы этого не сделаем, то наша команда распадется. Попробуем обойтись без кастинга. Нужно сохранить нашу команду. Сейчас сходим в кафешку и обсудим все это за капучино. Диана, на нас смотрят мальчики. И Мартин тоже сюда смотрит. Ладно, идем. Смотрю, тебе не втерпешь увидеться с Мартином. Девчонки, пойдемте в кафешку, выпьем капучино. Ты посмотри, за ручки ходят. Эти подружки прямо вцепились в Кнопу. Мальчики, привет! Ну что, девчонки, новости есть? Пока нет, но мы с Настей уже придумали план, как вернуть Кнопу. Кнопу игнорит всех! В себя поверила. Вот так вот Кнопу изменили ее подруги. Мальчики, мы в кафешку, вы с нами? Не, у нас сейчас треша. После треши увидимся. А, ладно, мальчики, тогда удачной вам треши. Короче, Настя, у меня есть план А и план Б. Нужно решить, что мы будем делать. Это ж надо, они что, с нас ржут? Не знаю, Настя, но лучше пусть смеются, чем плачут. Жужа, нам два капучино. Ну так что, Диана, какой план? У меня план сделать для Кнопы сюрприз. Сюрприз такой, чтобы она просто перед ним не устояла. Прикольно, Диана. Это что, мы должны еще и прогибаться перед Кнопой? Настя, ну я хочу спасти нашу дружбу с Кнопой. Я думаю, нужно заказать кэтеринг, шарики и все самое вкусное, что любит Кнопа. Да, Диан, я из тебя в шоке, что ты на такое идешь. В общем, девочки, я предлагаю устроить сговор против Дианы. Я всегда хотела быть капитаном команды, но из-за Дианы у меня это не получалось. Давайте создадим свою черлидерскую команду. Вау! Круто! А как она будет называться? Бани! Бани! Будем командой Бани номер 2, но мы уделаем команду Бани номер 1. Кнопа, вау! Это гениальная идея! Ты наш капитан, а мы твоя преданная команда. Ага. Сегодня я покажу вам наш тренировочный зал и вручу вам наши тренировочные формы. Диана, мне кажется, это слишком слащаво. Кнопа этого сейчас не заслужила. Окей, Настя, тогда план Б. Купить билеты на концерт ее любимого исполнителя и пойти на него вместе. Диана, у тебя снесло крышу. А еще можно договориться, чтобы прямо со сцены прокричали «Кнопа и Диана, ЛП навсегда!» И тогда она точно забудет про этих крыс. Диана, ты идешь на слишком большие жертвы. Всем привет, кисы голодные! Можно нам пирожные кошачьи лапки? Что? У нас таких пирожен нету! Жужа, если ты не хочешь, чтобы они тебя исцарапали, сделаем пирожные. Вик, я сама кого хочешь! Исцарапаем! Слушай, Блонди, я уже киса, а парни так на нас и не смотрят. Ну, здесь же только Биг, и он на девочек не смотрит, кроме Жужи. Вообще-то я хочу, чтобы ко мне вернулся Мартин. Я не знаю, что он нашел в этой черненькой. Забей, просто у Мартина такой себе вкус. Ты лучшая! Ладно, девочки, пойдемте, покажу вам то, что обещала. Не будем здесь засиживаться, душно как-то. Ага! А Кнопа специально так себя ведет? Да, показушно. Жужа, где наша капучино? Подождите, девочки, я не могу разорваться между кошачьими лапками и капучино. Жужа, не тупи, кисы ждут. Слушай, Жуди, а ты стала такой подругой Бани? Нам тоже не помешала бы дружба с администратором. Может, ты нас пригласишь на ромашковый чай? Да, мы с девчонками Бани сблизились. Они мне нравятся, а вот вы не очень. У вас поведение такое себе. В смысле такое себе? Мы вообще-то здесь самые примерные. Самые адекватные. Самые крутые. Да, пацаны? Да, вы самые лучшие. Девочки и мальчики, у вас слишком много пафоса. Любой может кричать, что мы самые крутые. А вы покажите на деле. Она что, тупит? Как еще показать? По нам и так видно. Теперь понятно, почему она сдружилась с Баней. Бани балаболки. А наши девчонки говорят все по факту. Подтверждаю. Звонок, вы должны быть на уроке. А теперь отойдите от моего ресепшена. Джуди, ты нарвалась. С нами шутки плохи. Теперь назло будем вести себя ужасно. Джуди, если они тебя достали, ты нам скажи. Мы с ними быстро разберемся. Сначала нам нужно разобраться с крысами, с подругами Кнопы. Так, пацаны, подождите. Они же вроде гости, а гости надолго не задержатся. Значит, они скоро уйдут. Ничего подобного. Кнопа предложила им здесь учиться. Чего? Да, я сам в шоке. А вот теперь думаю, мне быть холостяком или найти девушку? Лучше быть холостяком. Давай к нам в движуху, ко мне и Тимуру. Нам никто не выносит мозг. Нам круто! Знаете, пацаны, давайте найдем Фиону. Пусть наведет порядок в своей команде.
Ага, она только ходит и булки ест. Ой, холостяк. Слушай, Джуди, а можно как-то сделать, чтобы новеньких не приняли? Ребята, я это не решаю, это решает директор. Вот, блин. А мы, если что, к директору пойдем? Ага, так она тебя и послушает. Не, пацаны, после последней встречи с директором я больше к ней не пойду. Погнали искать Фиону. Да ладно, погнали. Фиона, я не знаю, что тебе снится, но у нас урок, ты должна выйти. Фиона отрубилась. Учитель Майк, вам, конечно, очень повезло с девушкой. А нам очень повезло с тренером. Да сейчас она проснется, просто очень сильно устала. Фиона, вставай, с тебя уже смеются, и с меня, как с твоего бойфренда. Давай, вставай. Учитель Майк, я думаю, не надо ее будить. Она сейчас проснется и будет в бешенстве. Вдруг ей снится страшный сон, и она сейчас на нас нападет. Да пусть спит, она уроку не помешает. Ну ладно, давайте начинать урок. Ой, не надо, не хочу! Фиона, что? По-моему, она не хочет, чтобы вы начинали урок. Ладно, ребят, давайте начнем уже урок. Блин, парта Кнопа пустая. Так странно выглядит. Она же должна была быть на уроке. Она что, прогуливает? Кстати, Диана, а где твоя подруга Кнопа? Почему ее нет? Учитель Майк, как будто вы не знаете, что у нас в отношениях с Кнопой пробежала черная кошка. Так, а кошек не нужно сюда вмешивать. Я думаю, она не пришла на урок, потому что, может, плохо себя чувствует. Диана, хватит ее уже выгораживать. Пожалуйста. Девочки, не переживайте. Фиона проснется, она с ней поговорит. Все будет хорошо. Так, записываем тему урока. Вечные растения. Что? А такие бывают? Ну, если учитель Майк сказал, значит бывает, он же учитель. Итак, ребят, кто из вас знает вечные растения? Я! Гриб! Только хотела сказать. Блонди, гриб это гриб, а у нас растение. А я здесь при чем? Это Настя гриб сказала, а я хотела другое растение и забыла уже его. Всем доброе утро. Уже не утро, уже вечер, последний урок. Сколько я спала? Майк, ты уже купил путевку в Тринидад? Учитель Майк, купите ей уже путевку в Тринидад. В одну сторону. Девочки, я над этим думаю. Вот это наш тренировочный зал. А это наши вторые формы. И эти формы мы заберем себе. Будем в голубых тренироваться, а наши конкурентки в розовых. Ну, знаешь, я не очень хочу донашивать за кем-то форму. Успокойся, ее можно просто постирать. Ей нужна форма самого маленького размера. Эмми, здесь все формы самого маленького размера. XS. А если мы будем чирлидершами, с нами будут встречаться баскетболисты? Да, мне тоже интересно. Из баскетболистов свободные Тимур и Смайл. Но я не советую с ними встречаться, они ненадежные. Фиона! О, баскетболисты пришли. Здесь нет Фионы, здесь только я и мои подруги. Кнопа, что с тобой? Ты какая-то злая стала, как пиранья. Что-то ты, Кнопа, какая-то не такая. Кнопа слишком горда, что пригласила свою подругу Диану. Да, Кнопа? Девочки, встаньте по бокам. Знакомьтесь, новая команда Бани. Бани номер 2. Но это пока мы команда номер 2. Мои глаза, развейте это, пожалуйста. Знаешь, Кнопа, в команде номер 1 ты выглядела поярче. Тут ты погасла. Так вы номер 2 и останетесь. Да, всегда. Ой, и это мне сказали баскетболисты. Вот увидите, как мы сделаем команду номер 1. Да, подружки? Да. Да, Кнопа, ну тебе и занесло. Ну все, пацаны, не хочу здесь находиться, пойдемте. Нужно все рассказать Диане. Да-да, передайте Диане, пусть готовится к встрече с конкурентками. С лучшими. Я в шоке с нашего тренера Фионы. Она влюбилась в учителя Майка и просто забыла про все свои обязанности. Она забыла, что она наш тренер. Джуди, к нам нету никаких претензий. У нас чисто. Пока что нет, ребята. Супер, что значит пока? Идем, этому администратору не угодишь. Слушай, Диана, там у Кнопы такие подруги, просто крысы. Согласны, крысы. Мы тоже их так называем. А нам не помешали бы такие крысы в нашей движухе. Мы кисы, быстро бы с ними разобрались. Так в чем проблема? Забирайте их себе в движуху. Да, Блонди, мы будем вам так признательны, потому что Кнопа с ними очень изменилась. Мы им предлагали, отказались. Так, попытайтесь еще раз. Блонди, ну не мне же тебе объяснять, как затягивать девчонок в свою движуху. Ты же профи в этом деле. Ты слышала, Диана мне сделала комплимент. Да, Диана, мы попробуем еще раз.
Диана, так у тебя же вроде есть план. Настя, ну и что? Чем больше попыток, тем больше шансов, что все получится. Диана, на пару слов. Кирилл? А что случилось? Да Кнопа чудит не по-детски. Диан, только не паникуй. Я уже паникую, Кирилл. Кнопа создает свою чирлидерскую команду. Что? Ага, команда чирлидер в бане номер 2. Кнопа сошла с ума. И это она вам вот так вот прямо сказала? Не она одна нам сказала, все 3 сказали. Ну что, Диана, ты еще хочешь сделать сюрприз Кнопе? Я хочу с ней поговорить как можно скорее. Надеюсь, драка между Дианой и Кнопой не произойдет. Произойти может все, что угодно. Да, ну и пусть Диана втащит Кнопе. Ой, я если что, это не говорю. Ничего себе, Томас, ты разошелся. Ну а что, Кнопа же предатель. Фу, я в ней разочаровался. Фиона, что с тобой происходит? Ты сегодня проспала весь день. Так еще и где? В классе. Тебя видели все. Ну подумаешь, я просто хотела спать. Фиона, если так будет продолжаться дальше, нам придется расстаться. Расстаться? Да, Фион, расстаться. Это все из-за того, что ты зажал купить мне путевку в Тринидад. Ничего я не зажал. Я на тебя все биткоины потратил. Только Луна осталась в худой кошелек. Что, мой? Ничего, Фиона, хватит спать в академии. Да я не спала. А что ты делала? Мечтала про Тринидад. Короче, Фиона, я тебе предупредил. Если так дальше будет продолжаться, никакого Тринидада, никаких шуб. Поняла? Я пошел проверять тест. Ну вот и все. Майк оказался козлом. Ну вот и все. Походу конец с Фионой. Блин, я себя чувствую как-то некомфортно. Привыкай, капризная, привыкай. Кнопа, у тебя такие странные подруги. О, а вот и Кнопа с подругами, с собственной персоной. Кнопа, мне нужно с тобой поговорить. А мне не о чем с тобой разговаривать. Зато мне есть о чем. Поговорим здесь или, может, в комнату зайдем? Ого, страсти накаляются. Вы за кого? Я за Диану. Мы тоже, Кнопа, предательница. Кнопа, может, хватит выпендриваться? Перед тобой стоит твоя лучшая подруга. А кто сзади стоит, неизвестно. Сзади мои новые лучшие подруги. Хорошо, Кнопа, твои новые лучшие подруги. Но как ты тогда объяснишь мне то, что ты собралась создавать новую команду cheerleaders в бане 2? Есть только одни бани. Баня номер 1, и это мы. Может, не надо, Кнопа, создавать клонов? Стоп, стоп, стоп. Я была в команде бани. Почему я должна создавать какую-то другую команду? Теперь у меня будет своя команда бани номер 2. Круто, Кнопа, отлично ты все придумала. Пришла в мою команду бани. Между прочим, я тебя взяла с команды Фрокс. А сейчас ты хочешь накопировать команды бани? Кнопа, так ты, оказывается, не просто предательница. Ты еще и в космосе будешь делать. Фу! Я не только все придумала, но и продумала. Поэтому в команде бани номер 2 быть. Диана, а мы думали, ты Кнопе дашь глаз. Мы болели за тебя, между прочим. А что случилось с Кнопой? Я сама пытаюсь разобраться, что случилось с Кнопой. Вот такая она дружба. Сегодня есть, а завтра нету. Но команды бани номер 2 не будет. Команда бани только номер 1. И это мы. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ждите наши новые крутые серии. Всем до новых встреч и всем пока! Пойдем, Настя. Too nice for y'all. Now I got a up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars. I'm flipping the flipping the flipping the on record, off record. I still count wins when they doubt it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record. Deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record. I still want the act, not the ghost. For the record, don't try and make y'all comfortable. For the record, we ain't tryna go down the stump for you.